Привет! Вы на канале Leonardo the American Boy. Дорогие друзья, Лео нашел одуванчик, который уже, конечно, высох. И он сейчас будет его сдувать. Бери, нежно срывай. Carefully. Лео, нет, не так! Смотри, Лео, не все охапкой бери, а так, нежненько срываешь, подносишь к ротику. И потом вот так. 3-4. И разлетелся. А, камеру не попало. Давай еще раз. Берешь это. Готов? Ready? 1, 2, 3. И потом ты все поломал. Классно! Dear ladies and gentlemen, дорогие друзья, вы сейчас наблюдаете за... Нет! Быстро выплевывайся. Выплевывай, это невкусно. Ну, дитё. Открой рот. Фу, так делай. Это его первый опыт с одуванчиком. Фу, сделай так. Фу. Дай мне рот. Всё, уже почти нету. Ты не кушай. Лео, эта вещь нельзя кушать, она застряёт в ротике. Понял? Его надо только срывать и дуть. Обратите внимание, как у нас сейчас не ровно трава. Вообще не по правилам нашей улицы. Поэтому мы сейчас чуть позже будем стричь. Стой. Если получится заснять, было бы классно. Какая-то машина. Это наших классных соседей. Машина называется... Какая буква? Mazda. Смотри логотип. Mazda. Скажи Mazda. Mazda. Правильно. А вот это, помнишь, мы учили? Это наших тоже классных соседей. Lexus. Скажи Lexus. Пошли дальше. О, тут классно покосили травку. А иди давай вперед. Иди сюда. Эта машина очень плохо покрашена. Просто плохо. Какой значок? Это Mercedes. Нет, это не Mercedes, а это Volkswagen. Это не жук, это Volkswagen. А Лео, что мы здесь видим? Посмотри. Лео, смотри сюда, иди сюда. Что мы здесь видим? Не пугай их. Стой здесь, стой. Утки. Это уточки. Они прямо у нас во дворе живут. Лео, как делают уточки, Лео? Кряк. Молодец. Лео, не подходи к ним, чтобы они не убегали от тебя. Не пугай их, они хорошие. Уточки. По-английски уточки будут ducks. Ducks. Лео слишком счастлив, а уточки не очень, то что их выгнали с их классного места. Лео, иди сюда. О, привет! Привет, Паулина! Лео, кто здесь? Лео, иди сюда, иди поздоровайся с Паулиной. Или ты увлекаешься утками? Посмотри, кто! Привет! А солнце село уже? Да, уже стало прохладненько. А сегодня было так тепло. Паулина! Привет! Вы идете в парк? Да. Что вы будете делать? Кататься. Круто! Лео, ты же помнишь Паулину? Сколько Паулине лет? Сколько? Помнишь, мы ей пели Happy Birthday? Помнишь? Да. Мы тоже в парк собрались. Но у нас отвлекают то утки, то еще кто-то. Окей, тогда пошли дальше в парк. Вау! Лео едет на велосипедике. Поворачивай направо. Молодец! Уже знает, где право. Good job. Что, Лео? Это джип. Джип, правильно, откуда ты знаешь? Кто его научил, что это джип? С такого далека увидеть джип? Good job, dude. Молоток. Итак, мы едем, въезжаем в парк. Воду. Мы сейчас посмотрим, если вода осталась. Я сомневаюсь, потому что дождей не было за последние несколько дней. А мы отсюда выливаем всю воду.
выливаем, да. Сегодня превосходная пятница. Погода, просто хочется в футболках ходить. Вот малыш. Дима, привет! Каков ты скоростной какой. Может, есть смысл и правда. Смотри, что тебе как бы может ставить. Привет! Лео, ставь ножки на педальки. И теперь крути, давай. Раз, два, на вторую педаль, давай, на вторую. Три, четыре, пять. Молодец, ты врезался в траву. Лео, солнце заходит, да? Теперь нам пора заканчивать наше видео. Скажи все спасибо, дорогие друзья. Thank you. Скажи thank you. Что вы смотрели наше видео? Подписывайтесь на канал. И ставьте лайк. Пока.